Доброе утро, дорогие лидеры. Давайте проверим с вами связь. Напишите мне, пожалуйста, насколько меня хорошо видно и слышно. Супер, отлично, хорошая связь. Везде десяточки, значит, все отлично. Ну что ж, доброе утро, уважаемые лидеры. Традиционно я рада приветствовать вас на нашем пятничном вебинаре «Акценты каталога». Сегодня вас ожидают три спикера. У каждого из спикеров будет своя очень важная тема. Поэтому прошу вас быть предельно внимательными, так как для каждого, у каждого спикера будет для вас что-то интересненькое, и это интересненькое вам необходимо будет со 100% точностью транслировать в свои команды для того, чтобы не упустить ничего важного на завершение 16-го каталога и на период действия каталога номер 17. Ну, это я, прошу прощения. Ну и традиционно, конечно же, я хочу начать с того, что еще раз вспомнить о том, кем являемся мы на мировом рынке. Мы являемся шведским экспертом по образу жизни, по красоте, как образу жизни. И мы, конечно же, говорим с вами о гармонии. О гармонии внутренней и внешней красоты, которая составляет стиль жизни успешных людей, тех людей, которые не просто живут и проживают свои годы, а тех людей, которые наслаждаются жизнью. Конечно же, мы предоставляем уникальную возможность красоты снаружи. И мы даем уникальную возможность не только заботиться о своей коже с брендом Novage, но, конечно же, создавать незапоминающиеся образы с нашей декоративной косметикой. Поддерживать здоровье изнутри немаловажно, так как наша внешность напрямую зависит от того, насколько мы себя хорошо чувствуем. И здесь наша категория wellness нам в помощь. Ну и когда мы с вами здоровые и красивые, мы, естественно, хотим быть еще и финансово независимыми. И для этого у нас с вами есть действительно просто беспрецедентный маркетинг-план, который позволяет воплотить все свои самые смелые мечты в жизнь. Ну и тем не менее, конечно, для того, чтобы становиться успешным, необходимо развиваться личностно каждый день. И здесь компания Reflame обеспечивает каждого партнера достаточно большой поддержкой в плане направления тренингов и обучающих мероприятий. Ну а когда все это достигнуто, вот и пришло то самое время наслаждаться жизнью, делиться своими эмоциями, своими впечатлениями, приглашать присоединиться к этому бизнесу максимальное большое количество новых участников и новых друзей. Вот это все есть стиль жизни вместе с компанией Oriflame, то, на что мы приглашаем, и то, какую жизнь мы фактически, можно сказать, гарантируем, обеспечиваем тем людям, которые прислушаются к нам и пойдут за нами по пятам. В компании Oriflame, вы знаете наши последние мировые тренды, да, последние мировые тренды отвечают тому, куда сейчас двигается компания, в каком направлении идет компания Oriflame. Компания Oriflame в своей стратегии, в своей концепции «Красота как образ жизни» воплотила все самые популярные мировые тренды. Мировые тренды – красота, здоровье, гармония, успех, финансовая независимость, принадлежность к сообществу, ну и, конечно же, все последние ноу-хау, все последние технологии поддерживают нашу с вами концепцию «Красота как образ жизни». Ну и, конечно, для того, чтобы реализовать эту концепцию в своих командах, в своей стране, в своем регионе, у вас есть потрясающие инструменты. Такие инструменты, как книга красоты и наш с вами бьюти-каталог. Каталог, напомню, выходит один раз в три недели. 17-й каталог будет... 17-й и 1-й каталог будут исключением из года, они будут действовать 4 недели, да, но тем не менее я более чем уверена, что для вас это очень хороший повод не просто растянуть объем продаж и ваши действия на 4 недели, но увеличить свой товарооборот как минимум на 30%. Четвертая неделя вам дана не для того, чтобы, как я еще раз повторюсь, растянуть свои действия, а четвертая неделя вам дана для того, чтобы увеличить свой товарооборот как минимум на 30%. Поэтому, пожалуйста, поставьте перед собой, перед своей командой такую амбициозную задачу, что четвертая неделя нам дана для того, чтобы заработать больше в уходящем 2016 году, ну и, конечно же, заложить очень хороший старт
на первый каталог 2017 года. Поэтому тут такая тема, можно сказать, как год завершишь и как год отметишь, так и проведешь. Поэтому давайте с вами запланируем свои отличные результаты на период каталога номер 17. Ну что же мы имеем в каталоге? Конечно, мы имеем полный ассортимент продукции. Это наш очень хороший инструмент, дополнительный инструмент к книге красоты. В скором времени он будет обновляться, у него будет интересный формат такого, можно сказать, популярного журнала о трендах, моде, красоте, именно внешней, образах и так далее. Поэтому следите за тем, как будет меняться наш каталог, и обязательно об этом говорите на ваших встречах с вашей менеджерской командой. Но если говорить о книге «Красоте как образ жизни», то это наш с вами основной инструмент, и те лидеры, которые присутствовали на прошедшем вебинаре 101 способ, как работать с книгой красоты. Все вы помните о том, что я говорила, что у лидера компании Oriflame есть два инструмента. Два основных главных инструмента, которые всегда должны быть под рукой. Это книга красоты и план успеха. И уже третий инструмент, с которым вы работаете, это каталог. Но два основных инструмента – это книга красоты и план успеха. И, пожалуйста, сфокусируйтесь на этом. Книга красоты будет выходить каждый сезон. Следующая книга красоты нас с вами ожидает в феврале 2017 года. Поэтому нам сейчас важно с вами очень грамотно отработать текущую книгу красоты. Потому что если вы ее не продадите со старта, то вам каждый последующий сезон необходимо будет продавать ее повторно. Поэтому, пожалуйста, позаботьтесь для того, чтобы ваши текущие консультанты уже влюбились в это издание, прочувствовали все его преимущества и следующую книгу красоты ожидали с большим нетерпением, для того, чтобы вам не пришлось в первом, втором и последующих кварталах проводить дополнительную работу по мотивации ваших консультантов в приобретении этой книги. Конечно же, этот инструмент помогает нам правильно позиционировать компанию Oriflame на нашем рынке. Мы с вами уходим от того, что мы говорим, приходи в компанию Oriflame за недорогим продуктом, за скидками. Нет, мы говорим, что приходи в компанию Oriflame за образом жизни. Приходи за тем образом жизни, который позволит тебе гармонично сочетать внешнюю и внутреннюю красоту. Конечно же, наша книга красоты содержит в себе полную информацию о фокусных наших категориях. Если вы не смогли устно донести информацию для ваших клиентов, или для ваших консультантов, то, поверьте, книга работает наилучшим образом. И вот один из лидеров, успешных лидеров компании Oriflame, Анна Тымчук, недавно делилась с нами своим опытом и рассказывала, что ее клиенты, те клиенты, которые, возможно, не услышали ее по каким-либо причинам, да, взяв книгу красоты, прочитав ее, уже через несколько дней сделали заказ на wellness-категорию. Действительно, в книге находятся все самые сильные аргументы, которые необходимы для потребителя нынешнего времени для того, чтобы принять решение о совершении покупки. И есть тоже очень интересная тема, которую используют в команде Екатерины Тимоховец, да, они говорят о том, что это наше глянцевое издание в компании Oriflame, и тем самым, естественно, человек понимает, что это не просто какая-то книга. Ну, давайте говорить, кто-то из нас любит читать, кто-то из нас не любит читать, да, допустим, мне бы сказали, что это книга, я бы побежала за ней гораздо быстрее, нежели чем за глянцевым журналом, но большинство людей предпочитает читать такую не сложную литературу, да, журналы, какие-то там, не знаю, газеты и так далее, да, и для них это, наверное, более привычно, нежели книга. Поэтому мы можем с вами говорить, что это наше глянцевое издание, глянцевый журнал «Красота как образ жизни». Поэтому здесь уже голь на выдумке хитра, думайте, как вам сделать так, чтобы в ваших командах это издание не то чтобы хорошо продвигалось, чтобы оно было долгожданным. Основные задачи использования книги красоты как образа жизни – это укрепить личный бренд как предпринимателя международной компании в том регионе, в том городе, в котором вы работаете. Поверьте мне, после того, как человек получает книгу красоты в руки, после того, как он с ней ознакомливается, у него меняется отношение к компании Oriflame и к вам как предпринимателю, как тому человеку, который является партнером компании Oriflame. Данная книга формирует правильное восприятие бренда, о том, что мы не просто скидки и мы не дорогой продукт, а мы действительно на этом рынке представляем инновационные продукты, и за этими продуктами стоят,
не то чтобы 1-2 года, а почти десятилетия изучений и разработок. В этой книге есть очень много интересных, вдохновляющих историй лидеров и консультантов, которые познакомились с продукцией компании Oriflame. Данная книга очень способствует повышению лояльности, потому что консультантов, потому что они смотрят на компанию Oriflame чуть по-другому, уже под другим ракурсом, познакомившись с данным изданием. Мы, конечно же, развиваем наших консультантов и менеджеров, потому что мы даем им возможность прочитать и ознакомиться с экспертной информацией и уже выдернув какие-то маленькие статьи или цитаты из этой книги, каждый человек может почувствовать себя экспертом в области Novage и Wellness. Ну и способствует поддержанию высокой активности, потому что продукты этой книги – это продукты, там, можно сказать, долгоиграющие. Да? Невозможно купить один раз этот продукт, попробовать, прочувствовать его результат, ну и отказаться от него, от его дальнейшего использования. В этой книге есть очень много информации для успешных продаж, это очень глубокая экспертная информация, я повторюсь, это статьи экспертов, это статьи о наших уникальных продуктах, это факты гордости о производстве, то, что нам с вами так было необходимо. Если вы вспомните, то раньше вы очень часто просили меня и мою команду прислать вам побольше информации о наших факта гордости о нашем производстве, о Швеции и так далее. То теперь вам фактически та информация, которую мы предоставляли вам ранее, она теперь вам не нужна в том виде, в котором она была, она у вас есть в книге красоты. И вам просто необходимо очень грамотно научиться выуживать из книги красоты все самое важное, да, такую квинтэссенцию всего, что собрано в данном издании. Конечно, есть очень много статей, которые формируют восприятие бренда у наших консультантов и потребителей. Это важность стиля жизни, о том, что мы говорим о гармонии внешней и внутренней красоты. Мы позиционируем себя как компанию эксперта в области по уходу за кожей лица и wellness. Это тоже очень важно, и люди должны понимать, почему мы эксперт в этой категории. Конечно же, мы говорим о бизнес-возможностях в стиле Oriflame, да, в стиле жизни лидера Oriflame. Ну и здесь очень много информации о наших лидерских сообществах, о наших путешествиях, о возможностях путешествовать и так далее. Все это есть в книге красоты. Ну и очень много познавательных статей, тем не менее. Каждый глянцевый журнал, да, он имеет в себе статьи, которые развивают нас, которые помогают расширить наш с вами кругозор, и книга красоты, она также не, она также, прошу прощения, запуталась в своих же словах, да, также книга красоты, она дает нам возможность ознакомиться вот с такими познавательными статьями, ну и стать еще большими экспертами. Это статьи различного характера о том, как поддерживать свой вес или как сбросить лишний вес, о том, как заботиться о здоровье всей семьи. Это статьи о питании, это, конечно же, статьи о том, как сделать уход за кожей более эффективным. Это секреты от моделей, которые у нас располагаются на обложке, ну и самых главных наших моделей от лидеров компании Oriflame. Вот вы можете взять все три мои слайда, которые я только что проговорила, и когда человек вам скажет, а зачем мне книга красоты, то вы можете взять несколько выдержек из этих слайдов, да, и сказать ему, условно говоря, первое, второе, третье компот, да, для чего ему нужна эта книга красоты. Вот вам тот самый рабочий инструмент. Как эффективно работать с книгой красоты? Конечно же, о ней нужно говорить. Да, о книге красоты ваш разговор с консультантом, и сегодня я тоже чуть-чуть буквально поговорю об этом, должен начинаться с книги красоты. Помните, когда мы с вами запускали категорию wellness, у нас с вами было золотое правило. Разговор должен либо начинаться, либо заканчиваться о категории wellness. Да, мы всегда говорим, что даже если мы сотый раз консультанту говорим о wellness, и он не купил еще ни одного продукта, то никто не знает, что может случиться с ним на 101 раз, что он возьмет и приобретет для себя всю линейку wellness, включая суп, коктейль, витамины для себя и для всей семьи. Ну, как говорится, ваша любимая фраза «жетон провалился», поверьте мне, она работает. Станьте самым первым читателем книги, это очень важно, знакомьтесь с книгой от корочки до корочки. Я хочу вам сказать, что в последней командировке у моей команды это настольная
даже не настольное, машинное издание. Мы едем, читаем, мы обмениваемся тем, что увидели в книге, что прочитали в книге. У нас достаточно большие дискуссии на этот повод. Ну и вот поверьте, это очень интересно. Выберите самые интересные статьи для вас, те статьи, которые зацепили именно вас. Поверьте, это будут вот как раз-таки те такие якорные статьи в этой книге, на которые вы сможете делать акценты всей вашей команды. Сделайте видимые закладки, это очень важно, потому что, помните, мы раньше с вами говорили, что раньше стоило отдать каталог нашим консультантам и потребителям, и они тут же делали заказ, да? Ну, а сейчас ситуация выглядит немножко другим образом, человека нужно сфокусировать, потому что в нынешнем мире предложение настолько большое, да, что человек начинает путаться, и если его на чем-то не сфокусировать, он в целом не разместит заказ. Книга красоты также действует, да, для начала. Вы фокусируете человека на самом интересном, на ваш взгляд, и после этого у человека уже есть возможность дальше знакомиться с книгой красоты и делать для себя какие-то определенные выводы. А, конечно же, обсудите с клиентом несколько интересных тем с книг красоты, которые, в которых вы, можно сказать, являетесь экспертом. Оставляйте книгу красоты клиенту на несколько дней почитать и обязательно забирайте ее обратно. Но не забирайте ее просто обратно, да, забирайте ее обратно с обратной связью. Да, от вашего клиента. Задавайте ему вопросы, что он для себя узнал, какие интересные факты, фишки он для себя подчеркнул, и хотел ли бы он, и хочет ли он заказать один из продуктов или серию продуктов, представленную в книге красоты. Ну и уже здесь по простой схеме дама двигаемся к цели приобретения продукта. Договаривайтесь обязательно о следующей встрече, чтобы вернуть книгу. Давайте несколько дней. Помните, что если мы с вами даем неделю или месяц, книга будет лежать ровно неделю и месяц. Это наш с вами белорусский менталитет. Мы с вами все оставляем на последний момент. И в последний момент в нашем сознании просыпается кто-то, кто говорит нам, срочно сделай это или это, и мы уже за последний момент, несмотря на то, что у нас был месяц впереди, доделываем что-то начатое. Поэтому оставляйте книгу красоты всего лишь на несколько дней. Обязательно приобретайте для менеджерской команды условия 5-10 книг лично, это прямо табу, да, табу для всех, кто входит в ключевую команду АСМА, для лидера табу 25 книг, да, независимо от того, сколько книг купила ваша менеджерская команда, вы всегда должны располагать ими, вы не должны жадничать книгами, да, то есть, словно говоря, вы можете раздавать эту книгу абсолютно всем своим клиентам и консультантам, которые по какой-либо причине ее, от нее отказались, вам необходимо знакомить с книгой. То есть, как вы начнете продавать книгу красоты, так она будет работать в дальнейшем. Всегда имейте при себе несколько экземпляров для того, чтобы раздать ее при неожиданной встрече. Ну и вот здесь вот есть такая очень хорошая тема, тема, которую вы можете проработать со своей менеджерской командой, как совмещать работу с двумя эффективными инструментами. Наши два инструмента – это книга красоты и бьюти-каталог. Да? Здесь мы с вами не берем сейчас в расчет план успеха. То есть, естественно, я сразу вам скажу про книгу красоты и план успеха, и потом уже все это добавлю бьюти-каталога. Начните сначала первый шаг – рассказ о книге. Да? И здесь вот представлены такие вот, ну как бы можно сказать, варианты фраз. Да? Сейчас я покажу тебе каталог, но сначала хочу рассказать о новой книге Oriflame. В ней столько всего интересного. Перед тем, как перейти к показу бьюти-каталога, вручите книгу клиенту, да? И дайте ее домой познакомиться и почитать. И обратите внимание, его внимание на основных закладках. Мне кажется, тебя заинтересуют эти статьи о том, как фитнес влияет на состояние кожи. А мне очень понравилась информация о том, как избежать ошибок в детском питании. Посмотри потом, как будет минутка, я оставлю тебе почитать на несколько дней. И давай там в среду я заберу у тебя эту книжечку обратно где-нибудь при встрече. Да, шаг 2. Здесь мы уже показываем наш бьюти-каталог. Да, здесь мы говорим о уходе, о wellness, да, и мы, конечно же, ссылаемся на книгу красоты, что более подробную информацию ты можешь увидеть и узнать в книге красоты. Помните, как раньше мы с вами трепетно относились и пользовались руководством, да, руководством по продукции компании Oriflame, и всегда говорили, жалко, что клиенту нельзя дать руководство, потому что в руководстве так много всего интересного, я не могу ему все это рассказать, а мне хотелось бы. Ну, вот та книга красоты, это, возможно сказать, такое
полное руководство по тому, по нашим фокусным категориям. Да, и третий шаг, договоритесь, конечно же, о следующей встрече. Если заказ не оформлен сразу же, то круто. Если заказ оформлен сразу же, то круто, но тем не менее договоритесь о следующей встрече, второй встрече, проговорите с клиентам и консультантам, что понравилось, на что обратил внимание. Ну, а тут, конечно же, дело уже будет поговорить о чем? О плане успеха компании Oriflame. Если вы говорите с рекрутами и новичками, то, конечно, с потенциальными новичками рассказывайте о компании, возможностях компании. Конечно же, при этом используйте книгу красоты, обращайте внимание на то, что вы приходите в шведскую компанию, у компании, которые достаточно большие ценности, у компаний, которые большие возможности и так далее. Рассказывайте о продукции, используя книгу Innovation Wellness, ну и так далее. Вот эту всю презентацию можно взять у меня и использовать как один из рабочих инструментов для своей команды, для проведения планерок, встреч и так далее. Ну и здесь также есть тема, что организовывая встречи со своей командой, обязательно на любой встрече, планерка это, или это встреча один на один со своим бизнес-партнером, говорите о том, как он работает с книгой красоты, о том, как он и запускает в своей команде, сколько людей в его команде данную книгу красоты приобрело, возможно, тот отказался, что он сделал с теми, кто отказался, отдал, дал ли он ему эту книгу посмотреть еще раз и так далее. Ну, в общем, вот так вот достаточно много интересных тем. Помните, что в любом вашем вебинаре, независимо от его формата, это бизнес-вебинар, это продуктовый вебинар, это ли вебинар-планерка, да, то 5 минут обязательно должны быть посвящены теме о том, как работать с книгой красоты и насколько она у вас хорошо сейчас продвигается. Это очень важно, потому что ближайшие энное количество лет, я думаю, как минимум 5, компания Oriflame будет идти в этом направлении, и если вы отстанете, то, конечно же, вы не сможете развивать ваш бизнес так же быстро, как развивается компания Oriflame. Поэтому идите, пожалуйста, рука об руку с компанией Oriflame, и поверьте, у вас все будет очень круто. Ну и, конечно же, все вы знаете, что у нас прошел вебинар «101 способ работы с книгой красоты как образом жизни». Обязательно, если вы не присутствовали, посмотрите его. Те, кто, может быть, что-то из этого вебинара пропустил, пересмотрите, потому что у нас выступали просто невероятные спикеры, которые не только дали нам методы работы с книгой красоты, но еще очень круто замотивировали нас на новые достижения. Это Екатерина Андреева и Виктория Прокопенко. Огромное спасибо нашим лидерам за этот потрясающий вебинар. Поэтому просмотрите его еще раз, просмотрите его вместе со своей командой. Возьмите книги красоты в руки, соберитесь, потратьте 1,5 часа времени. Да, даже не потратьте, а инвестируйте 1,5 часа времени в ваш бизнес. И поверьте, что у вас будет отличный результат. Ну и также есть очень хорошая тема. Обязательно следите, кто из ваших консультантов заказал, либо отказался от книги красоты. С теми, кто заказал, спрашивайте, что узнал, что нового подчерпнул, приглашайте человека на встречу. Ну, а те, кто не заказал, несомненно, приглашайте человека на встречу и давайте ему почитать книгу красоты для того, чтобы в следующий раз, уже в первом квартале 2017 года, он с большим желанием заказал для себя это уникальное издание. Вот, есть еще одна очень хорошая тема, я прошу прощения, забыла, видимо, вставить этот слайд, еще раз напомним мы вам коды книги красоты, наборов книг красоты, и настоятельно рекомендуем вам сделать заказ в самое ближайшее время, а то мало ли книга красоты к концу года закончится, и вы останетесь без вашего главного рабочего инструмента. Но если говорить о фокусах 16-го каталога, да, фокусах завершения 16-го каталога, то это, конечно же, план успеха. Давайте вспомним с вами вот это вот невероятное ожидание, этот невероятный трепет в груди, когда открывается 16-й каталог, и ты понимаешь, как много новых квалификаций нас в нем ожидает, поэтому, дорогие лидеры, мы с нетерпением этот огонек в груди у себя теплим, ждем новые квалификации, знаем, что в этом каталоге будет очень много новых старших менеджеров в ваших командах.
Мы, конечно же, знаем, что будут открыты очень высокие квалификации, начиная с уровня директора и выше в компании Oriflame. Ну, это, несомненно, менеджерская конференция, это банкет директоров, это юбилейная золотая конференция, это банкет директоров юбилейный экспресс для новых старших менеджеров. Не упустите, это будет один раз в жизни. Вот такой банкет юбилейный экспресс, больше он повторяться не будет. Это было сделано специально для юбилейного года, поэтому не упустите, уважаемые старшие менеджеры, это лидеры, которые закроют звание до конца года с уровня директора выше, не упустите такую возможность отметить свой успех сразу на двух банкетах в юбилейный год. Ну и, несомненно, будет бизнес-завтрак с руководством компании, а о, так сказать, дополнениях к бизнес-завтраку вам расскажет Полина, поэтому настоятельно рекомендую дождаться ее последнего слайда, потому что именно на нем будет важная для вас информация. Фокус в 16-м каталоге – это подарки по рекрутинговой компании «Все грани красоты». Обязательно заказывайте свои подарки, не упускайте эту возможность, чтобы потом уже в последующих каталогах не было той самой плачевной ситуации, когда мы с вами что-то забыли. Но, как вы знаете, заявление по рекрутинговым компаниям без какой-то мега уважительной причины не рассматривается в положительную сторону. Действует программа рекрутинговой компании «Твои настоящие моменты». У нас потрясающие подарки. И сегодня Леша еще раз покажет вам мега-супер гаджет, который можно получить за 1500 баллов. Мы тут уже все им замотивировались, те, кто его еще не только посмотрел видео, но и потрогал руками, хочет себе такой гаджет в личное пользование, поэтому я хочу вам сказать, что мы вам белой завистью завидуем, что он будет у самых-самых успешных менеджеров, лидеров и консультантов. Это очень крутой бизнес-инструмент для развития вашего бизнеса, поэтому я желаю вам достигнуть этой цели. Ну и в этом каталоге, естественно, вам необходимо подтянуть свои результаты. У нас есть с вами потрясающая акция «Выгода в кубе». В этом каталоге ваши консультанты должны разместить заказ на 50 бонус-баллов. Будет действовать эта акция до каталога номер 2, поэтому я настоятельно рекомендую вам в этом каталоге не упустить возможность, ваших консультантов и разместить этот заказ для того, чтобы приобрести эти продукты, эти наборы продуктов по самым выгодным ценам. Программа «Мой первый автомобиль». Уважаемые лидеры, не забываем 200 личных бонус-баллов иногда. У тех, кто закрывает звание директора, знаете, случается такая мимолетная эйфория, и они чисто случайно забывают сделать 200, ну, даже не то, чтобы чисто случайно, они все время делали 150, а тут им нужно 200 для получения бонусов. Запомните правило, все бонусы компании Oriflame – это 200 бонус-баллов. Хотите получать бонусы – делайте 200 баллов. Не хотите получать бонусы – делайте 150, выбирайте сами. Ну, и, конечно же, обратите внимание на рекрутирование. Помните, что если ваш рекрут разместил заказ, откатал и снова разместил, он вам не идет в зачет по программе «Мой первый автомобиль». Поэтому постарайтесь сделать квалификации на этот бонус уже сегодня, хотя бы по рекрутам, чтобы быть спокойными. Товарооборот все равно, как бы я вас не уговаривала, будете делать завтра здесь уже как бы, ну, все понятно, но хотя бы с рекрутами давайте разберемся здесь и сейчас. Основная тема каталога номер 17 – это традиции празднования Нового года в мире, и я знаю, что вы уже в своих СПО отпраздновали, а кто-то еще будет праздновать, проводя бьюти-вечеринки в шведском, испанском стиле и так далее. Очень хорошая традиция в 17-м каталоге – поддержать традицию выбора подарков на Новый год. И, дорогие лидеры, пожалуйста, уже сейчас оформите свои офисы в праздничном новогоднем стиле, поставьте елки, пускай люди, приходя в ваш офис, уже ассоциируют вас с Новым годом. Не знаю, чистите каждый 15 минут мандаринки, положите шкурки с под мандаринок в невидное место, да, для того, чтобы человек заходил в вас, и был приятный аромат мандаринок, и, конечно же,
его это сподвигало на то, чтобы задуматься о новогодних подарках. Обязательно сделайте под вашу елочку в офисе разные варианты подарков для ребенка, для взрослого, для мамы, для папы, для дедушки, для бабушки. Да, сделайте, чтобы они были красиво упакованы, и каждому, кто заходит к вам в офис, проводите его к елочке, угостите его какой-нибудь вкусной wellness-конфетой, ну и обратите его внимание на то, что у нас есть очень классные подарки для всей его семьи, которые сейчас в период 17-го каталога можно купить по невероятно хорошим ценам. У нас очень классный драйвер в каталоге. Это туалетная водичка Giordani Gold White при единовременном заказе на 36,1 бум в период каталогов 17,1, поэтому также обратите на это внимание и раз, два, три, и мотивируйте свою команду. Прошу прощения. И в 17-м каталоге у нас с вами будут сыворотки в фокусе. Все вы знаете, почему нужна и важна сыворотка, и обязательно говорите и фокусируйте своих консультантов, кто приобрел наборы на Вейдж, о том, что они могут заказать сыворотку, потому что вы знаете, что сыворотка заканчивается в два раза быстрее, чем весь набор, и ее необходимо заказывать как минимум в серединке использования набора, то есть где-то через каталог, через полтора после того, как начали, и очень хорошая. Екатерина, нет, каталог не до 24 декабря, каталог до 31 декабря, я об этом уже сказала в начале вебинара. 17 и 1 каталог будут длиться 4 недели, поэтому 31 декабря, но будьте очень внимательны, потому что 31 декабря мы не будем закрывать каталог в 9, мы будем закрывать каталог в 3 часа дня, в 3. И если в 3 часа дня вы что-то не успели, то возможности, пожалуйста, откройте каталог, Христом Богом прошу, но ведь это новогодний, предновогодний день, и, к сожалению, такого сделать будет нельзя, поэтому я очень вас попрошу, да, Наталья, очень крутая тема, закрываем 24-м, идем отдыхать, я вас очень поддерживаю. Ну вот, будет круто, если мы всеми с вами это все сделаем. Ну, а уже на 4-й неделе будем получать те 30 дополнительных процентов товарооборота, о которых я вам говорила. Вот, поэтому обратитесь всем тем, кто заказал себе наборы на Вейдж, скажите, что сыворотки в очень хорошем предложении, докупайте. Продукты, о которых нужно помнить в 17-м каталоге, это, конечно же, наш с вами драйвер, новая коллекция Essence & Co., это люкс-коллекция по уходу за телом, это лучший подарок, мне кажется, на Новый год абсолютно для каждого человека, поэтому это сделает не только уход люкс, да, но и когда вы будете заходить в свою ванную комнату, вы будете ощущать такое нахождение в гостинице, пятизвездочной гостинице, потому что вот очень часто такие красивые люкс-серии представлены в категориях очень дорогих гостиниц. Да, а также у нас с вами, конечно же, есть невероятные ароматы на скидке до 55%. У нас с вами сыворотки на Вейдж, как я сказала, находятся на очень хорошей скидке, на очень хорошем предложении. У нас с вами есть туалетная вода Люсия, которая завораживает, мне кажется, умы всех девушек. Такой прекрасный цветочно-фруктовый аромат, который нужен, наверное, в каждом парфюмерном гардеробе девушки. И, кстати, об этом я рассказываю в нашем видеообзоре. Вы можете взять оттуда очень много всего. Как раз-таки вот о этих всех продуктах я с моим коллегой Олегой Виктором очень подробно рассказываю в видеообзоре. И он такой очень новогодний, ставьте его в ваших СПО, прокручивайте его, и тем не менее он будет создавать такую дополнительную новогоднюю атмосферу вашего офиса. Еще раз повторюсь, наши сыворотки на отличной скидке, наша новая коллекция Essence & Co. драйвер каталога. Конечно же, это набор средств по уходу за волосами HairX Expert, очень хороший подарок. Ну и акцент, можно сказать, 17-го каталога – это лидерство.
Вот, наверное, никогда так не сильно лидерство, как в 16 и 17 каталогах. Поэтому, дорогие лидеры, фокус на план успеха не сбиваем, не меняем. Продолжаем открывать новые квалификации. Я настоятельно рекомендую вам, я думаю, что все вы увидели тот момент, что открывать квалификацию на банкет директоров можно еще и в 17 каталоге. Но я настоятельно рекомендую сделать вам это в 16. Раньше откроешься, раньше закроешься. Честно хочу вам сказать, потому что, поверьте мне, 16 и 17 каталог гораздо сильнее, чем каталог номер 7 в следующем году. Поэтому сделать результат гораздо лучше сейчас, а не откладывать его на потом. Ну и если говорить с вами о каталоге номер 17, то, несомненно, это очень высокая продуктивность консультантов, лидеров компании Oriflame, потому что это возможность дарить подарки абсолютно каждому, кто имеет отношение к компании. У нас очень много выгодных предложений. Наша книга красоты, о которой я сегодня говорила первые 30 минут своего выступления, да, это, конечно же, наша программа «Выгода в кубе», и нас с вами ожидает потрясающий каталог номер один, который я более чем уверена, что вы очень-очень сильно ждете. Ну, а сейчас я хочу пригласить на этот вебинар моего коллегу и... Ну, в общем, жду аплодисменты в чате, потому что выступает. Добрый день, уважаемые лидеры. Пожалуйста, отметьте в чате плюсиком, если вы меня видите. Отлично. Давайте начнем наш сегодняшний вебинар. Что нас ждет еще в последние два дня каталога номер 16? И что нас ждет интересного в нашем праздничном 17-м каталоге, который вот-вот начнется? Я сегодня постараюсь вам довольно быстро, интересно и кратко рассказать. Итак, 16-й каталог. У нас остается всего лишь 2 дня, период действия каталога номер 16. Обращаю ваше внимание, что закрытие каталога у нас в субботу в 9 вечера. Но, тем не менее, мы вам рекомендуем делать закрытие в первой половине субботы, не откладывать размещение заказов на последнее время, потому что мы... В последние каталоги наблюдаем повышенную активность, к сожалению, повышенную активность наших консультантов и лидеров в последние часы работы сайта, потому что очень большая нагрузка на сайт. Если сравнивать, проводить аналогию, это то же самое, что у мобильных операторов практически невозможно дозвониться с поздравлениями в новогоднюю ночь. Точно так же у нас тяжело разместить заказ на сайте в последние часы работы сайта. Естественно, нерационально увеличивать ресурсы только на пару часов работы сайта, поэтому просим вас не подвергать себя стрессу, не подвергать стрессу нас, размещать заказы в субботу вовремя и в первой половине дня. Что же ждет нас еще в последние дни каталога номер 16? Катя уже вам говорила, я тоже хочу напомнить, что не забывайте заказывать подарки на заработанные спонсорские баллы. Спонсорские баллы по компании «Все грани красоты» можно обменять в каталогах номер 16 и 17. Тем не менее, мы не рекомендуем вам затягивать с размещением заказов по этой компании, обмена баллов на подарки и аксессуары, чтобы не упустить момент, потому что мы сейчас уже видим, что некоторые аксессуары пользуются повышенным спросом и практически уже заканчиваются. Пожалуйста, поспешите, лучше это сделать в 16-м каталоге, тем более будет прекрасна возможность разместить заказ дополнительный. Продукты категории 500 и 1000 спонсорских баллов размещаются по предзаказу в каталоге номер 16 и 17. Мы их уже получаем на склад. Это мультистайлер и прибор для ухода за кожей. Действительно очень хорошие аксессуары. Также не забывайте делать предзаказ на эту технику.
В каталоге номер 16 мы произвели уже выплаты по отдали на начисление выплаты по менеджерской и директорской программе, поэтому по итогам каталога номер 16, первый день каталога номер 17, вы эти выплаты увидите у себя на объемной скидке. Также у нас продолжает действовать наше специальное предложение «Вау-осень». Остается 2 дня, чтобы воспользоваться этим специальным предложением. Продукты на третью неделю каталога номер 16 довольно хорошие. Из всех 5 представленных продуктов у нас закончились тени. Тем не менее, еще есть на выбор несколько продуктов, особенно если вы решили заказать туши, решили заказать замечательной скидкой серьги, я рекомендую вам это делать сегодня, потому что также пользуются у нас повышенным спросом. Возможно, если вы будете делать эти заказы завтра, возможно, продукты также закончатся. А у нас продолжает действовать большая интернет-распродажа, которая теперь действует весь период действия каталога номер 16. И мы расширили список, большой довольно список по интернет-распродаже. Сейчас вы видите 30 продуктов на сайте, которые можете выбрать с хорошими скидками. Вау-осень, интернет-распродажа действует до конца каталога, до субботы, поэтому, пожалуйста, размещайте заказы, не затягивайте с размещением заказов. Участники Премьер клуба могут воспользоваться прекрасным спецпредложением в мини-каталоге Премьер номер 16. Купить 2 продукта, получить третий бесплатно, третий в подарок. Есть довольно хорошее предложение в 16-м каталоге Премьер. Это и ароматы, это и тушь, это и крем. Довольно хорошее предложение, поэтому также не упустите возможность воспользоваться заказом из каталога Премьер номер 16. В каталоге номер 16 мы также запустили в продажу коробку красоты Oriflame Beauty Box, которую могут заказать все консультанты. Это такое вот интересное предложение, прямо-таки в такой вот красиво оформленной коробочке. Вы можете найти все и сразу, сделать себе подарок с хорошей скидкой 45%. Всего лишь за 49 белорусских рублей новых, 490 тысяч по старому, вы можете заказать себе такую хорошую коробочку с полным набором косметики, который вы сейчас видите на экране. Коробки красоты Oriflame Beauty Box еще есть в наличии, поэтому также не упустите возможность. Коробка красоты действует только в каталоге номер 16, и у вас осталось всего лишь 2 дня, чтобы заказать эту коробку в подарок. Книга «Красоты как образ жизни», Катя уже рассказывала об этом уникальном нашем издании, поэтому обязательно заказывайте. Вы все знаете, что можно заказать книгу «Красоты» также еще с помощью наборов. Чем больше набор вы заказываете, тем больше скидка получается на книгу «Красоты», и бесплатно вложение идет в книги «Красоты» всем рекрутам. Обязательно используйте эту возможность и продвигайте книгу «Красоты как образ жизни». В каталоге номер 16 мы также представили обновленное руководство по продукции. Стоимость издания 1 рубль 45 копеек. И это довольно интересное обновленное издание. Вы получаете ее уже с актуальной информацией, обновленными сериями, информацией о новинках, которые у нас недавно выходили, больше информации о наших легендарных продуктах, очень стильный дизайн. Поэтому также рекомендую всех лидеров, обязательно должно быть наше руководство по продукции, чтобы прекрасно ориентироваться в том продуктовом портфолио, который предоставляет компания Oriflame. Программа лояльности «Выгода в кубе» в каталоге номер 16. Вам необходимо сделать заказ на 50 баллов бонуса, чтобы у вас была возможность заказать замечательные наборы по минимальной цене. 16, 17 и 1 каталог. В трех каталогах при выполнении заказа на 50 баллов бонуса
суммарного заказа на 50 баллов бонуса, у вас есть возможность заказать набор по минимальной цене всего лишь за 6 рублей 99 копеек. Обращаю ваше внимание, что это белорусские рубли, потому что были вопросы и в чате, были вопросы и личные от лидеров, что возможно это УЕ. Нет, это в белорусских рублях, поэтому цены довольно привлекательные, наборы довольно хорошие. И чтобы по минимальной цене заказать этот набор, надо выполнять условия этой программы лояльности уже в каталоге номер 16. Мы всячески будем поддерживать эту программу лояльности различными способами коммуникации, но вы также активно поддержите коммуникацию этой программы в своих структурах. Программа по приглашению «Твои настоящие моменты» у нас действует в каталогах 16-2. Хорошие, интересные аксессуары и подарки по этой программе по приглашению. Но самое главное то, что у нас действует бесплатная регистрация при условии размещения заказов на 10 баллов бонуса и более в течение 70 часов с момента регистрации новичка. Обязательно не упустите эту возможность, потому что, к сожалению, не во всех странах нашего региона есть бесплатная регистрация. В Беларуси эта возможность есть, мы ее продлили. Обязательно воспользуйтесь этой возможностью и привлекайте больше новичков в свои структуры. Рекомендую им делать заказы в первые 72 часа, чтобы регистрация оказалась бесплатной. Подарки по этой программе по приглашению вы сейчас видите на своих экранах. Это довольно интересная и хорошая коллекция аксессуаров. У нас в сервисном центре уже появились некоторые образцы по этой коллекции. Это сумка для путешествий и кошелек, который вы можете посмотреть. Мы ожидаем поступления продуктов по данной компании на склад уже в первом каталоге, несмотря на то, что выдача будет только в третьем каталоге, программа у нас идет до второго каталога, те спонсоры, менеджеры СПО, которые смогли набрать доступное количество баллов уже к первому каталогу, мы думаем дать возможность вам получить эти аксессуары уже в первом каталоге, чтобы вы могли в своих СПО показать эти аксессуары, и в каталоге 1 и 2 еще спонсоры могли привлечь больше новичков, замотивировав их на вот эти вот хорошую коллекцию аксессуаров. Также хотел бы сказать, что у нас появился в сервисном центре в Минске образец нашего планшетного компьютера. Мы совсем недавно получили довольно-таки интересную вот такую вот коробочку планшетного компьютера. Очень долго возле нее крутились, распаковывали. Аксессуар довольно интересный. Я вам сейчас продемонстрирую. Это такое маленькое устройство, которое называется планшетный компьютер. То есть, по сути, это устройство представляет собой и планшет, и полноценный компьютер. Простым движением руки оно вот так вот раскрывается. Мы получаем планшетный компьютер, но тем не менее мы можем использовать его отдельно как просто планшет. Экран снимается с клавиатуры, он держится на магнитах, и простым способом мы получаем вот такой вот планшет. Можем использовать как планшет, у нас отдельно есть клавиатура, которая присоединяется и, по сути, выполняет роль чехла. И вместе мы получаем такое замечательное устройство. Удобная конфигурация, можно брать с собой. Довольно хорошие характеристики этого устройства, которое даже оценил наш IT-менеджер. И давайте сейчас более подробно посмотрим красивый ролик. Я надеюсь, что, возможно, вы уже видели. Если нет, давайте посмотрим, который лучше расскажет об этом устройстве, нашем главном мотиваторе в программе по приглашению «Твои настоящие моменты».
Вот такое замечательное устройство нас ждет в компании по приглашению в твои настоящие моменты. Обязательно после, в конце сегодняшнего вебинара мы скинем ссылку на видео, чтобы вы также могли рассказывать, что ждет тех спонсоров, которые заработают 1500 баллов в данной компании по приглашению. Кроме того, сегодня вы уже на витрине в сервисном центре в Минске также можете увидеть вживую, можно сказать, это устройство. Замечательное устройство, хорошие довольно характеристики и параметры. Также вы увидели в видеоролике небольшой приятный бонус, который может будет интересен поклонникам игры в танчики, либо для ваших детей есть возможность, прямо в этом устройстве предустановлена эта игра, и есть на неделю предоставляется премиум аккаунт к премиум танчикам данной игры в этом устройстве. Поэтому обязательно рекомендуйте участвовать в компании по приглашению. Сами привлекайте как можно больше новичков. Действительно, у нас давно не было таких интересных подарков. И довольно хорошее устройство вас ждет уже по результатам выполнения этой компании по приглашению. Теперь, что нас ждет в каталоге номер 17. Каталог номер 17, обращаю ваше внимание, что он длится 4 недели, до 31 декабря, как уже сказала Катя, у нас закрытие в субботу, 31 декабря, и у нас сокращенный день перед Новым годом, закрытие сайта будет в 15:00, мы всячески это будем коммуницировать на сайте, уже начиная с воскресенья, чтобы консультанты понимали, когда можно разместить свой последний заказ из каталога номер 17. Тем не менее, не рекомендую вам последние дни каталога, все-таки это праздничные дни каталога, и Наталья действительно правильно прокомментировала в чате, что лучше закрыться заранее и уйти на каникулы. У вас есть 4 недели в периода действия каталога номер 17, этого достаточно, чтобы сделать ваш товарооборот, в принципе, за 3 недели. Довольно сильный каталог с интересными специальными предложениями. И очень важно то, что у нас курс нашего каталога номер 17 остается неизменным. 1 рубль 90 копеек, это тоже очень довольно хорошо. В 17-м каталоге мы продолжаем делать основной фокус на рекрутирование, твои настоящие моменты, стартовая программа для новых консультантов и на активность, это наша программа «Выгода в кубе». Что же нас ждет в 17-м каталоге еще интересного? У нас будет wellness-акция в каталогах номер 17 и 1. Есть возможность приобрести комплекс мультивитамины и минералы для мужчин или женщин со скидкой 50%. Что для этого необходимо сделать? Необходимо сделать единовременный заказ на 38 белорусских рублей в каталоге номер 17. Именно каталожный заказ из каталога номер 17 косметической продукции. И единовременный заказ на 38 белорусских рублей в каталоге номер 1. После того, как вы выполнили два этих условия, в аптеке вы можете на этот же номер, на котором были выполнены эти условия, получить комплекс мультивитамины и минералы со скидкой 50%. Обязательно это коммуницируем на сайте, в секции для консультантов мы можем коммуницировать такие wellness-акции, поэтому вы также активно коммуницируете, потому что получить зимой скидку на мультивитамины и минералы – это довольно очень хорошо. Тем более условия для выполнения вовсе не сложные, с учетом того, что это праздничный каталог, по которому всегда средний чек довольно выше, и проще на такую акцию рекомендовать консультантам в своих структурах. Что же нас ждет еще интересного в каталоге номер 17? В каталоге номер 16, как вы знаете, у нас заканчивается наше всеми любимое специальное предложение «Вау-осень». Осень подходит к концу, на дворе уже календарная, в принципе, уже и неделю стоит, и погодная зима.
Но, тем не менее, я думаю, что большинство хотело бы продление нашей акции в осень, чтобы она перетекла плавно в акцию «Вау, зима». Но, к сожалению, акции «Вау, зима» у нас в каталоге 17 не будет. У нас будет акция «Вау, праздник». Супер предложение от Oriflame в каталоге номер 17 на первой, второй и третьей неделе каталога номер 17 вас ждет замечательное супер предложение «Вау, праздник». Мы немножко сохраним интригу, что будет в этом предложении, какие будут продукты. Тем не менее, довольно хорошее предложение, которое в праздничном каталоге поможет повысить вам активность. Скидки на продукцию по этому спецпредложению будут до 85%. Поэтому ожидайте субботы, сразу в субботу после закрытия каталога вы узнаете, какие продукты будут в предложении «Вау, праздник» на первой неделе каталога номер 17. Вижу вопросы в чате, я на все вопросы отвечу чуть позже, дабы не отвлекаться и по витаминам, и по рекрутинговым кампаниям. Пока же идем дальше, что нас ждет еще интересного в каталоге номер 17. Мы активно будем делать наши маркетинговые продвижения в каталоге номер 17. Мы активно сотрудничаем с прессой. И уже сейчас получаем хорошие отзывы от консультантов, от лидеров о том, что действительно это помогает в работе, потому что замечательные статьи в глянцевых журналах, популярных глянцевых журналах с тиражом 40 тысяч экземпляров довольно помогают продавать продукцию, рекомендовать продукцию компании Oriflame. Вот такие хорошие у нас статьи были в журнале «Такси», довольно популярное издание в Беларуси. Мы рассказывали о водичке My Destiny, рассказывали о нашей серии губных помад. Продолжаем сотрудничество с прессой. У нас начинается рекламная кампания в Минске. Уже сейчас вы можете увидеть в городе наши билборды и такие вот ситилайты, которые обладают сити-формат рекламы. Мы будем продвигать нашу серию на Вейдж. В городе Минске будет большое количество рекламных билбордов и ситилайтов. В течение ближайших дней будет размещена вся реклама в Минске. Поэтому я думаю, что именно в каталоге номер 17 надо будет делать упор на серию Novage, замечательная серия как подарок празднику, тем более те, кто не знаком с этой серией, увидят рекламу по городу и довольно активно будут интересоваться ей. Рекламная кампания пройдет в декабре, в январе в Минске. Мы планируем также запустить эту рекламную кампанию зимой, весной по регионам. Но в регионах сразу могу сказать, что мы планируем запускать рекламную кампанию в тех регионах, которые активно работают с категорией Novage и которые активно покупают каталог, нашу книгу красоты «Красота как образ жизни». Поэтому если в ваших регионах вы отказываетесь от книги «Красота как образ жизни», вы не продвигаете серию Novage, к сожалению, мы не сможем вам помочь этой рекламой. Активно начинайте работать сейчас, мы поддержим вашу активную работу, рекламной кампании в вашем городе и ожидаем, что эффект от этого будет довольно крутым и очень хорошим для вас и для ваших структур. Также у нас в декабре проходят пиар и маркетинговые мероприятия, на которые мы вас всех приглашаем. Уже 3 декабря пройдет мероприятие Beauty Day, на котором генеральным бьюти-партнером выступает компания Oriflame. В Минске пройдет большой модный маркет в торговом центре «Метрополь». Это на Немиге, напротив Макдональдса на Немиге. Вас будет ждать довольно интересные активности, красивый, интересный стенд компании Oriflame, на котором мы представим интересные моменты, дополнительные какие-то активности, приятные сюрпризы для тех, кто посетит наше мероприятие в эту субботу. Вход бесплатный, обязательно приходите.
А 10 и 25 декабря в Минске ожидается открытие грандиозного большого торгового центра «Галерея Минск». Везде уже активно пиарится этот торговый центр в центре города. На проспекте Победителей открывается этот торговый центр. И у нас там будет просто офигенный, замечательный стенд, который мы уже готовим. И на протяжении 15 дней мы будем представлены на этом стенде. Мы будем продвигать нашу категорию ухода за лицом. Мы будем продвигать наши категории из раздела декоративной косметики. Будут выступать визажисты, мы будем партнером наших модных показов от белорусских дизайнеров, будет проходить презентация и продажа дизайнерских брендов одежды, и официальным партнером вот этого мероприятия Belarus Fashion Week Showroom является компания Reflame. Ожидается как раз-таки перед Новым годом довольно большое количество посетителей нового торгового центра. И, естественно, мы привлечем большое внимание, расскажем о нашем бренде. Это также хорошо поработает на нашу рекламу компании Reflame. В декабре также будет проходить конкурс «Мисс Мира 2016». Мы активно поддерживаем все бьюти-конкурсы, являемся официальным партнером конкурса «Мисс Беларусь» уже на протяжении последних нескольких лет. И сейчас Reflame является официальным бьюти-партнером трансляции конкурса «Мисс Мира 2016» на телеканале ОНТ. Будут наши фирменные заставки, мы также будем пиарить нашу основную категорию «Комплексный уход за кожей лица» Novage. Ожидается большое количество зрителей этих трансляций. Поэтому, думаю, довольно хорошая отдача будет от этого сотрудничества с конкурсом, с трансляцией конкурса «Мисс Мира». В принципе, у меня все. Я рассказал вам обо всех акциях. Если у вас есть какие-то вопросы, я обязательно сейчас, когда передам слово моим коллегам, отвечу в чате на различные вопросы, которые вы задавали, либо еще, может, у кого-то возникли. Желаю вам отличного закрытия каталога номер 17. И хочу еще поделиться одной такой интересной новостью, немножко которая еще является сюрпризом. Не будем раскрывать все карты. В каталоге номер 17, в первые дни каталога номер 17, вы все получите каталог номер 1, как каталог следующего периода. И я думаю, что открыв каталог номер 1, вы все приятно удивитесь. Что вас ждет в каталоге номер 1, вы уже узнаете, когда закажете его. Но, тем не менее, сделаем такую небольшую подсказку. Вы все давно этого ждали и просили, мы это сделали. Ожидаем каталог номер 1. Всем хорошего закрытия каталога номер 17. Спасибо большое за внимание. Я передаю слово. Доброе утро, дорогие лидеры, или, может быть, день, если вы начинаете рано, если вы соловей, если жаворонок, если вы сова, как многие из нас, да, тогда доброе утро. Благодарю всех своих коллег за их выступление, очень интересные части, согласитесь, есть большие преимущества в просмотре наших вебинаров, где бы вы еще узнали такие тайны и секреты. Поэтому действительно говорите своим командам, что это, как мы говорим, must, что это обязательно к просмотру, это мотивирует, дает вам информацию, и вы во всеоружии начнете новый каталог. Приветствую вас, меня зовут Полина, многие, да, благодарю, я вас тоже приветствую, Екатерина. Я менеджер по продажам Гомельской и Могилевской областей, приветствую свои
любимые регионы, все остальные тоже приветствую. И продолжаю, перехожу плавно к своей части, которая последняя по очереди, но не менее важная, в какой-то, наверное, мере даже еще больше важная. И я поговорю сейчас с вами о том, как же следует продавать в ценностном каталоге, какие у нас существуют для этого инструменты. И самое интересное, вот тут, честно говоря, никто не объявил, никто вас не подготовил, поэтому это буду я. Сейчас я обрушу на вас лавину информации. Это не то, что вау, праздник, да, или это интересная там какая-то интрига каталога номер один, это вау, новость. Это результаты исследования кремов. Я думаю, те наши лидеры, которые внимательнейшим образом следят за всеми вебинарами, трансляциями компании, они видели этот слайд, они видели фотографии с мега-мероприятия в Москве, с мега-форума, и они знают действительно, что наша продукция, что серия NovAge, Ultimate Lift, она участвовала в слепом тестировании. Как маркетолог, немножко вот вам объясню, что слепое тестирование, вот если вы смотрели, возможно, там, контрольную закупку или что-то такое по телевидению, это именно так и работает. То есть у вас есть фактически 4 баночки, выглядят одинаково, содержимое тоже, в принципе, не опознаешь, не подписано никак, и только исследователи знают, под каким номером какой крем находится. И косметологи, и потребители, никто из них не имел понятия, и они оценивали только, собственно говоря, основываясь на своих ощущениях, на результатах, которые они видели. Да, Наталья согласна, по-другому быть в принципе не могло, это еще раз доказывает, какая же замечательная у нас категория, и я думаю, вместе с широкоформатной, да, с масштабной рекламной кампанией, которая прокатится по всей республике, если мы подключим еще это исследование, наконец-то мы сможем, да, продемонстрировать, что это не голословное заявление, что вот они результаты независимой исследовательской кампании, слепого теста, то есть тут мы никак не могли повлиять. Действительно, люди чувствуют, эффект виден, и поэтому этот инструмент обязательно включайте. Включайте его в сессии, да, вот когда вы их проводите, включайте в какое-то, возможно, послепродажное сопровождение. Обязательно используйте эту презентацию. Ссылка на OneDrive на слайде. Вы сможете потом перейти. Презентация, кроме того, еще и очень красивая, профессионально сделана. Одно удовольствие ее смотреть и демонстрировать. И какие же еще у нас инструменты будут? Это, конечно же, новое издание руководства по продукции. И как уже говорила Катя, и как подтверждала ее слова Леша, действительно, все всегда любили издание по продукции. Даже у меня знакомство с компанией, мои первые рабочие дни были связаны с изучением этого прекрасного инструмента. Вот. И у меня всегда теплые воспоминания, когда я вот вижу эту книгу. И она на самом деле обновилась, она стала еще лучше, она содержит самую актуальную информацию, и поэтому, если вы возьмете руководство, если вы дополните его книгой «Красота как образ жизни», если вы еще и сверху презентацию wellness добавите, то все будет здорово, замечательно, и ваши клиенты не смогут уйти без покупки, и они действительно смогут в полной мере проникнуться духом, Oriflame и образом жизни, вот этим вот красивым и здоровым. Код книги будет в описании, у нас немножечко поехали слайды, да, но вам все будет доступно, вы сможете еще раз потом с командой просмотреть. Конечно же, у нас растет количество онлайн-лидеров, количество интересующихся онлайн-технологиями, и мы компания, которая всегда шла на шаг впереди, наверное, всей индустрии, и действительно мы предвидим этот интерес, и мы помогаем вам всеми возможными инструментами. И для того, чтобы ваши посты, чтобы ваши сообщения в социальных сетях были ярче, выглядели профессиональнее, мы опять же подготовили для вас коммуникационный пакет. Он содержит информацию, он содержит яркие, замечательные дизайнерские картинки. Поэтому берите это, включайте в работу. Вам остается действительно совсем немного, только добавить это каким-то интересным личным постом от себя, о своем опыте, о своих предпочтениях, возможно, включиться, да, в какое-то обсуждение, и я уверена, что в
ваша страничка в социальных сетях, либо ваша группа не останется незамеченной таким образом. Программы для лидеров. Конечно же, это самый первый фокус, да, план успеха и книга красоты. Да, вот там, наверное, пара, с которой должно начинаться знакомство новичка с компанией и работа. Конечно же, мы не забываем о лидерских программах. Мой автомобиль, Екатерина уже напоминала вам о важности отслеживания, о том, чтобы не забывать делать личные баллы, не забывать контролировать своих рекрутов. Если же у вас какие-то возникают вопросы, вы, конечно же, можете всегда обратиться к вашим АСМам. Квалификация на банкет и конференции и акции программы. Подробнее я остановлюсь на квалификациях. Про акции вам уже прекрасно, лучше даже, наверное, нельзя было рассказать, вам рассказал Алексей, поэтому он тоже ожидает ваши вопросы. И после вебинара мы сможем еще раз обсудить и решить какие-то непонятные моменты. Программа и акция периода, просто немножечко, чтобы обобщить все, что мы обсуждали. Да, у нас подходит к концу осень, конечно же, мы отрабатываем эту акцию, получаем все возможные бонусы, плюшки, все, что она может нам дать. Конечно же, у нас рекрутинговая кампания «Твои настоящие моменты». В принципе, очень хорошие подарки и очень благодатный период для того, чтобы в этой акции стартовать, потому что предновогодний, знаете, такой ажиотаж и вообще все эти праздничные месяцы, я думаю, это вам действительно поможет хорошо, качественно отработать эту программу и порадовать себя, своих родных, друзей, ваших консультантов замечательными подарками. Конечно же, это сохранение активности, наша акция активности, и не последняя по значимости, а скорее даже первая. Это стартовая наша программа. Это программа, о которой я говорю всегда так, что это, ну, знаете, первая возможность почувствовать вот эти вот деньги в компании, почувствовать выгоду и очень ощутимую. И поэтому действительно человек, который начал со стартовой программы, начал свой путь в компании, именно вот участвуя в ней, он уже будет понимать, на что способна компания, что она действительно может дать, что ее возможности не ограничены. Какие же квалификации на мероприятия мы держим в уме, на какие мероприятия мы держим фокус, не забываем, в 17-м каталоге. У нас столько много акций, да, и событий, что они даже немножечко подвисли. Конечно же, лидеры Минской области, я думаю, еще не отошли. Они еще вспоминают, как целый день мы тренировались с ними в сервисном центре, мы проходили обновленный тренинг «Экспрессом к мечте», который включал все самые новые технологии, в том числе и онлайн-технологии, и какие-то коммуникационные методы и фишки. Кроме этого, мы прекрасно провели время, пообщались с командами, научились ставить цели. У меня у самой теперь дома лежит такой небольшой листочек с напоминанием моей цели, чтобы не забывать все-таки, для чего мы это делаем. Поэтому обязательно следите за расписанием, держите связь со своими асмами. Этот тренинг скоро прокатится по всей республике, и мы обязательно со всеми поговорим, всех сертифицируем, и все будут готовы начать свою работу в компании. Так выглядит наше ближайшее расписание поездок. Это 4 декабря, вот уже фактически в эти выходные. И это Могилев и Могилевская область, 10 декабря, тоже очень скоро, поэтому настраивайтесь, дорогие друзья. Не забывайте отправлять заявки, когда мы объявим сбор заявок. И, в принципе, будьте наготове, запасайте толстые ежедневники, блокноты, они вам наверняка понадобятся. Самая интересная, самая, наверное, долгожданная новость – это старт
Полуфинала, правда, старт полуфинала проекта Wellness прокачка. За теми, кто внимательно следит за нашими активностями, за нашими wellness новостями, для тех, наверное, не составит какой-то неожиданности то, что формат проекта немного изменился. Мы были приятно удивлены тем, что наши wellness амбассадоры показали такой высокий уровень участия в квалификационном отборе, да, вот в этом вот первом таком туре, и мы действительно не смогли остановиться на 12 самых лучших, потому что самых лучших оказалось 31 человек. И вчера все эти люди, они приехали из разных городов, регионов, страны, чтобы дать старт полуфиналу проекта. Действительно, было принято решение начать с полуфинала, и чтобы, кроме того, что у вас была возможность попасть в сам проект, вы также смогли очень много вынести именно такой образовательной части по ходу полуфинала. Было грандиозное открытие, было много фотографий, много встреч, улыбок. Был очень интересный тренер из Москвы, Алена Бурдейна, которая также помогла нашим консультантам, нашим лидерам разобраться с их привычками, планированием и здоровым образом жизни, что абсолютно в одной линии, да, с нашим усиленным фокусом. Поэтому, я думаю, дорогие друзья, вам будет интересно следить. Наши лидеры, участники полуфинала будут активно делиться выученной информацией. Подписывайтесь на них в соцсетях. Будем вместе развивать wellness-движение в стране. Конечно же, банкет директоров. Я долго думала, какую фотографию поместить, но поместила Дмитрия Маликова. Вот, я не знаю, у меня детство было связано с этим исполнителем, мне было очень, правда, приятно его услышать. И этим знаменит банкет директоров, ты никогда не знаешь, что ты там увидишь, какой там будет сюрприз, для каждого это свое, и каждый найдет, что вспомнить с этого вечера. И поэтому, как говорила уже Екатерина, держите это в фокусе, не откладывайте в долгий ящик. Квалификационный период заканчивается 7-м каталогом, но действительно лучше открываться уже сейчас, и быть в новом звании на банкете директоров. Далее, это, конечно же, юбилейная менеджерская конференция, и мы еще будем делать дополнительные рассылки, возвращать фокус на эту конференцию, потому что, дорогие друзья, у нас осталось 2 периода квалификации. Поэтому не теряйте хватки, я знаю, что праздники грядут, и у всех очень приподнятое настроение, действительно, это очень здорово, но сделайте так, чтобы праздники не отвлекали вас, а работали на вас, потому что это тоже в своей очереди, наверное, какой-то инструмент повышения активности, роста товарооборота, и пусть он работает вам на руку, помогает вам успешно финишировать в квалификации на конференцию в Болгарию. Конечно же, есть еще альтернативные условия, мы про них не забываем, мы тоже за ними следим, но, поверьте, уже, наверное, лучше знать в первом каталоге, что ты едешь, начинает собирать чемоданы, да, готовиться, покупать крема, чем еще какое-то время нервничать, переживать, дошел ты или нет. Вот, но опять же, мы как АСМИ, наш отдел всегда готов вам помочь расписать вашу квалификацию по основным условиям, альтернативным и вместе ее отследить. Золотая конференция также в нашем фокусе, потому что осталось до нее чуть больше, наверное, чем до менеджерской, но 5 периодов квалификации – это тоже не так много, как кажется. И зная любовь наших лидеров, в конце вдруг вспоминать, да, наш чудесный менталитет белорусский, про который говорила Катя, собственно говоря, тоже грешу таким делом, да, когда у вас какие-то отчеты, встречи, вечер до встречи это делать, но это не совсем хорошо, наверное, и в том числе Алена Бурдейна вчера об этом рассказывала, действительно, планируйте, дорогие друзья, планируйте. Чуть ближе к концу вебинара я подскажу вам, как лучше это делать. Планируйте ваши квалификации, ваш рост, связывайтесь с АСМами, не упускайте такое событие, потому что действительно юбилей, как мы шутим, да, следующий будет через
какое-то энное количество времени, еще 50 лет, и с wellness у нас очень высокий шанс дожить и до следующего юбилея, но, наверное, лучше все-таки посетить уже сейчас это мероприятие, насладиться, отпраздновать, порадоваться за любимую компанию. Глобальная бриллиантовая конференция, опять же, это действительно лучший период и лучший момент, чтобы открыть новое высокое звание и закрыть его в рамках периода квалификации, потому что, конечно же, это юбилейный год, нам всем хочется наполнить его, насытить его максимально разными событиями и какими-то впечатлениями, эмоциями. Поэтому берите все, открывайте высокие звания, вас добавят, конечно же, в книгу, в юбилейную книгу, и будете показывать ее своим внукам, детям, друзьям. Действительно, что вы добились такого невероятного результата в такой необыкновенно важный для компании год. И, конечно же, страна этой конференции для многих это является несбыточной мечтой, это одна, наверное, из самых закрытых стран, поэтому у вас будет такая уникальная возможность приоткрыть завесу тайны и познать эту загадочную азиатскую душу. И онлайн-БВО это также замечательный инструмент, который стоит не забывать включать в свою работу, потому что немногие компании могут похвастаться таким разнообразием мероприятий, оригинальных форматов, каких-то экспериментов. А мы действительно попробовали, да, и мы гордимся результатом. Получилось очень интересное, яркое мотивационное мероприятие, которое также можно показывать своим новичкам, поскольку оно содержит самую, наверное, оптимальную выжимку вот с этой важной информации, наших фактов гордости, действительно, наших ученых, разработчиков, наших исследований, патентов, фокусных категорий, просто истории успеха. Поэтому смотрите, пересматривайте, ставьте его в своем СПО. Возможно, используйте наши ролики, да, презентации, лучшие моменты, чтобы не забывать, как это было, и плавно готовить себя к 29 числу, когда мы встретимся с вами вместе уже в офлайн формате, что тоже очень здорово. У нас будет замечательная площадка, потрясающая, грандиозная. Пока, конечно же, как Алексей, я немножко завешу эту тайну, не буду приоткрывать завесы, чтобы у вас, не знаю, разжигало это интерес, мотивировало вас, драйвило. Поэтому тоже планируйте свое время на январь. Ничего не ставьте на 29 число, так что по закрытию каталога действительно дайте себе возможность отдохнуть, поучиться, провести интересное время. Да, вот это то, о чем я и говорила. Поэтому будьте... Держите руку на пульсе новостей, старайтесь быть в теме, да, и не пропускать новости объявления компании, потому что действительно это будет грандиозно. Конечно же, новогодний вебинар «Юбилейный экспресс». Как же мы без вебинаров? Мы это дело очень любим. И поскольку праздники новогодние грядут, мы решили, что почему бы не совместить приятное с полезным и не сделать новогодний вебинар. Новогодний вебинар от самых-самых-самых, чтобы действительно проводить этот год достойно и еще более достойно вступить в год новый. Год петуха, если я не ошибаюсь, да? Вот, поэтому действительно будет год яркий, как перья петушка. Пусть он принесет вам удачу. Смотрите наш вебинар, подключайтесь, действительно узнайте много чего интересного, нового и много пожеланий. Пожеланий, потому что я думаю, что настроение у всех праздничное, все готовы начать жизнь с чистого листа. Поэтому, дорогие друзья, ждем вас на вебинаре. Что еще хотелось бы сказать, как уже говорила Екатерина, банкет юбилейный экспресс в январе 2017 года. Действительно, немногие понимают, что это уникальная возможность юбилейного экспресса. Больше не будет, будет другой экспресс, не знаю, там, Аэроэкспресс, какой-нибудь там Авиэкспресс. Юбилейного не будет, потому что юбилейный год, он бывает только раз, наверное, в 50 лет. И... Тоже это то, что будет, наверное, на вашей какой-то, да, доске памятной, как фотография, как магнитик, значок, открытка. Это то, что вы сможете рассказать, потому что те, кто там был,
они действительно получат чуть больше, чем просто банкет, хотя банкет и компания это не только просто, действительно это грандиозно, но помножить это грандиозное на два, на юбилейность. Это будет юбилейная грандиозность или грандиозная юбилейность, как хотите. Это будет потрясающе. Поэтому, если вы раздумываете, закрывать или не закрывать звание, будет мне сложно или легко, подождать, не ждите. Времени ждать... Сейчас не время ждать, сейчас время действовать. Действуйте, делайте максимально возможное в этом году, чтобы в следующем году вы могли пожинать плоды и действительно интересно, активно начинать Новый год. Конечно же, это лидеры с уровня старший менеджер и выше, поэтому часть лидеров, особенно Гомельской области, да, кого-то из Могилевской, я уже хочу поздравить. Дорогие друзья, мы уже с вами увидимся на этом банкете. Остальные подтягивайтесь, у вас еще целый каталог, который, опять же, 4 недели. То есть у вас еще небольшая фора, небольшой задел, 30%, как говорила Катя. Бизнес-ланч. Бизнес-ланч с менеджментом компании для новых менеджеров 4-го квартала. Опять же, часть людей уже приглашена на этот ланч. Мы с вами связывались, обсуждали, поэтому с нетерпением ждем встречи. Как вы видите, январь будет невероятно насыщенным на события. Мы не успеем отпраздновать Новый год, как пустимся с вами в череду мероприятий, банкетов, встреч, бизнес-ланчей. И вы знаете, я общалась с лидерами своей области, которые уже принимали участие в первом бизнес-ланче, и я поняла, что действительно... Есть большая потребность в таких мероприятиях, кроме того, что они были очень информационно насыщенные, они были очень такие трогательные и по-семейному какие-то уютные домашние встречи, потому что нужна такая, наверное, возможность поговорить без купюр, с руководством, с асмами, да, с своими коллегами, и просто провести время в приятной компании, потому что, как опять же говорила Алена Бурдейная, ваше окружение, оно также делает вас. То есть, кроме того, что вы сами по себе растущий, перспективный лидер, да, но все-таки люди, которые вас окружают, они тоже дают вам зарядку, питают вас, мотивируют вас. Поэтому окружайте себя такими людьми, встречайтесь с ними чаще. И ждем вас на бизнес-ланче с нашей компанией. Дополнительно о условиях вы можете узнавать у асмов. В презентации мы вам тоже все вышлем. Вот, можете опять же увидеть условия и подробнее, да, записать их себе. Да. Важное сообщение. Все сообщения, как видели, у нас по презентации помечены восклицательным красным знаком, чтобы просто вот красный цвет на быка, они на вас действовали. Бизнес-завтрак с менеджерами, которые вышли на новый уровень 15% и выше по итогам 14-16 каталогов, состоится 18 декабря. Очень скоро, поэтому если вам казалось, что это где-то там далеко, и вы успеваете, и все еще будет, включайтесь уже в работу действительно и вносите это мероприятие в свой календарь. Менеджеры 17-го каталога будут приглашены на бизнес-завтрак 29 января, поэтому также... Понимаете, планируйте свое время, да, не думайте, что если вы в этом году не успели, то бизнес-ланча не будет, он, конечно же, будет, и мы планируем удвоить, утроить количество менеджеров по итогам 17-го каталога, которые будут приглашены на ланч 29 января, поэтому не забывайте, у вас также есть возможность... Да, о месте проведения мы, конечно, вам еще сообщим, но хотим сказать, что у нас, как у перфекционистов, есть такая, да, задача с каждым разом улучшать место, и мы гарантируем, что оно точно будет незабываемым. И я говорила с вами немножко о планировании, как это важно в нашем бизнесе, и, наверное, вообще в любом другом бизнесе и любой другой активности. Поэтому у вас есть чек-лист, замечательный инструмент, который мы, наверное, иногда забываем, да, в вихре всех этих инструментов, которые у нас есть. Обязательно к этой презентации, к видеообзору, к видео с планшетом,
Я приложу для вас чек-лист, который вы можете использовать как для ваших менеджеров, так и для себя, если вы директор. Очень удобно находятся все квалификации, все баллы, вы только действительно вносите свои показатели, да, и отслеживаете, планируете, поэтому распечатываете его, вешаете на самое видное место и каждый каталог повторяйте эту активность, эту деятельность, да, чтобы вы видели, какая у вас динамика, где, возможно, вам стоит подрасти, а где стоит порадоваться со своими, да, выдающимися результатами. Поэтому вот такие, дорогие друзья, у нас новости. Я надеюсь, что вы рады, что сегодня подключились, что сегодня были с нами, потому что информационно был очень насыщенный вебинар, очень много сюрпризов, подарков новогодних, да, каких-то интересных мероприятий и активностей нас ожидает как в этом году, так и в следующем. Поэтому оставайтесь с нами, будьте на связи, пишите, звоните. Удачи вам в закрытии каталога. Вот. Всего хорошего вашим командам. И, в общем-то, наверное, да, мы с вами прощаемся, отключаемся, но остаемся дистанционно держать с вами связь. Всего вам хорошего, удачи на закрытии.